Всем привет! Еще раз у меня ворвался такой неожиданный гость Тодди. Он Дукач, наш обозреватель по CSGO, ну и по смежным дисциплинам. Ваня, привет еще раз. Привет, привет. Вроде как Go Knives команды пишут. Сейчас мы включим по весь экран карту. Кранчат. Сейчас я чат себе тоже открою. На телефоне. Да, Я у нас готовый. ножи. Так. Ну что, сейчас уже через несколько минут начнется, пожалуй, главная игра для Virtus.pro в этом регулярной части сезона 6-го StarLadder. Virtus.pro выигрывают ножи. И остаются на равной атаке. Обратите внимание на Гвардиана, у него приписка. Он сменил команду, в общем. Он Фифларен Фан. Ну ему надоели, короче, тиммейты по Virtus.pro. Дос, Фокс вообще ни о чем. Пошел болеть за Фифларена. Да, у меня есть история одна вот из этой оперы, но после 12 мне нужно рассказывать. Один из скетчей, такие, знаешь, одна из зарисовочек того, что было в Швеции. Уже после турнира в отеле, ну. Главное действующий лица до слегла. Ну ладно, об этом потом. Ждем рестартов, чтобы уже лицезреть воочию пистолет. Так, я почти готов. Кстати, я так посмотрел, последние встречи этих команд, они были на финалах пятого StarLadder'а. Ну там, что было с нами, прекрасно помните. Форма оставляла желать лучшего, тогда было ну, просто. Так-то на первой карте там было все неплохо, по-моему. Ну, только да, вот на первой карте. Это почти топ. Кстати, это был Dust 2. Dust 2, 16-14, вы выиграли. Ну, на этой карте, я так скажу, если говорить совсем уж просто, если Егор Маркел будет попадать на А-споте, то дефенс будет у Нави очень хороший. Ну да, Марик же это 20 лет на рекламе. Именно. Человек реклама, можно сказать. Кто не знает, что такое реклама, давайте я покажу. Вон, консоль пишет Guardian going to no. Это, видимо, у нас там админы с ЛТВ развлекаются. В общем, вот реклама. Вот эта точка рекламы. Почему это реклама? Потому что на Дасте, на втором классическом, здесь была огромная реклама. Висела. Ну вот теперь здесь, видите, осталась маленькая какая-то красная. Реклама какой-то, не знаю, шаурмы, не знаю, ну чего-то, короче. Вот. Ну, собственно, вот эта точка. И отсюда снайперы. Принимаю зигзаг. Да, кстати, Healthwork специально сделала новость под этот матч. То, что именно он решающий за финальный спот. Так уж получилось, то, что немецкоговорящий микс десятка из-за проблем с составом не попал на финал по регламенту StarLadder'а. И это сыграло, конечно, на руку нашей команде, где они сегодня обязаны просто побеждать братьев славян из Украины. Да, забавно, потому что почему забавно? Потому что все, кто заявленные игроки, там можно, по-моему, сделать 2 или 3 замены по ходу сезона. В итоге один человек вообще не играет. Вот честно не помню, кто там играл. Один это Кли, с которым они просто полностью поссорились, да? А, 4 замены было. Еще один человек это Нил, который играет в Western Wolves, и которого команда не отпустила на LAN-финалы, потому что у него в контракте прописано, ты не можешь выступать ни за одну чужую команду, кроме датских коллективов на датском чемпионате. То есть такое условие. Ну, собственно, по-моему, четвертый человек это Гвардиан как раз, который еще в ТСЦМ был да. зачислен изначально, но Гвардиан, собственно, в ВП. Ясен, красен, он играть не сможет. Опять Rush B от ВП, вот я не понимаю, вот это пистолетки, это строй CS. Глоки должны работать. Ну, вот но пятая, по по-моему, работает. Пятая пистолетка. Получше. Спрона, дайте втором. Привет, Эдвард, 3 головы. Это на самом деле смешно. Я пятый пистолеты на втором дасте в атаке вижу Virtus.pro. Одинаковые. И они вот так же заканчиваются все.
Ну, здесь можно сказать только одно. Парни рассчитывали на свою стрельбу и на респаун. Больше ничего. Тут... Ну, я на самом деле тоже не понимаю именно этой тактики, тем более, когда у тебя есть каждый в руках раз, блоки, каждый. Которые на дальнем расстоянии, так уж получилось, что очень хороши. Ну, и сейчас занятие длины было, от троих игроков подался, Фокс отошли. Блин, ну, конечно, правильно пишут, на Эдварда пистолетки выходить, это как бы... Да на Эдварда вообще, в принципе, выходить как-то... Ну так. Не, ну все-таки Pistol King, он не зря. Pistol King. Ну, Pistol King мы его прозвали. За тот момент. Все мы помним, за какой момент, да. Не, в итоге, знаю, нафармили денег, купил Марик уже Авик со второй броней, все хорошо у него. Смотрим, кстати, где он сейчас будет играть. Я надеюсь, что они будут закупаться. Нет, они закупаются. Ой. Нет, а почему нет? Ну, потому что закупка у Нави максимальная сейчас. Полностью все девайсы, полностью все раскидки. А у ВП два калаша. Ну, давай смотреть, как будет все-таки развиваться. И не будем делать преждевременных выводов. Сейчас по разным точкам пытаются занять Вертуса, обосноваться и решить, какое направление. Ой, Дося хорошо Сеню забирает на выходе из банки, отлично. Вынуждает стягиваться кого-то из игроков с Б. Б пустое, на Б вообще никого сейчас нет. Ну, Кучер оттуда ушел. Ну, тут там Гвардиан с Фоксом в темке и бомба-то у Гвардиана. То есть, мне кажется, что это фейка будет. Упорно не хотят на Марика выходить, Зевс выбирает. То есть надо размен выходить. Зевс, минус 2. 7 хп остается в Дане. На этот выпрыгивает. Первый на этот выпрыгивает. Так, второй. Остался Гвардиан, у которого, в принципе, по которому уже есть информация, стягивается на Б. Старикс. Да, и уже дает инфу, то, что Гвардиан выходит. Ну, Старикс-то нужно убивать, Владислава. Ну, минус 1. Ну, остается 13 хп. Ой-ой-ой, это просто мгновенно. Гвардиану, ну, слушай, я не знаю, тут было просто все офигенно. Был отличный открывающий фраг, была отличная тактическая позиция. Минус 2 на длине, минус 2 на центре какие-то, ну, не знаю, непонятно. Мне, по крайней мере, я просто не вижу раскидок. Если человека убивают без единой гранаты в байраунде, то... Для меня это нормально. Здесь второй эко. Так, ну сейчас ВП должны сливаться и будет ОВП в следующем раунде, я так и понимаю. Сейчас посмотрим. Минус от Фокса есть, дроп ОВП, я так понимаю. Да, будет. Хотя посмотрим, что-то маловато все равно денег. Не, Гвардиан купил Авик. Ну и первую броню. И на флешечку еще наскреб. Так, ну, да, ну давай включим на Гвардиана все-таки. Как он будет сейчас на центре разыгрывать против Марика. Да, собственно, никак. Так, а Марик у нас, собственно, пошел на А-плент. Сейчас будет атаковать Зиги. Ну смотри, прожимает. В агрессивную очень позицию занял. Но правда на Зиге пока никого нету. Так, Эдвард стоит в центре на вполне стандартной флешке на заход. Но они там втроем вообще мид держат. Ожидают они выхода центра от ВП. Но пока к этому дело не идет. Маркелов отстреливает на Зиге. Ой, Сеня, Дося, Сеня. Хо-хо-хо, Сеня. Как же хорошо сыграл сейчас и Сеня. Просто великолепно. Арсений Треножинка. Дым прошел по... на чуйку просто. Прошел. Так, ну слышит сейчас то, что ВП занимает у нас зигзаг. Правда, нет, инфы то, что именно ну, втроем. Ну, Марик на рекламе. Может, вот сейчас самое интересное будет. Марика должны слепить. Мажет Марик. Позволяет пройти, но Марик все равно... Гвардина, но раунд из разряда не берущийся просто. Ну, Фокс может разыграть на
Ну, не может Фокс разыграть. Нет, 2 в 5 без гранат. Невозможно. 5-0. Вот так вот игра развивается пока. Не, Сережа, ну, по крайней мере, ситуация 2 в 4 разыгрывал с кем-то из ВП против Alternate. Нет, ну там все-таки ребята с B-Plant дальше шли, они успевали чуть подальше пройти, все-таки гранаты были какие-то, хоть. Дося, так. Молодец, минус Зевс, ну вот этого мы ждали. Там еще Кучер хорошо забирает Сеню, пробивает длину, вынуждает перемещаться Ангел со Стариксом, стреляется, ой, Сеню, простите, стреляется, Эдвард забирает Ангела. Ну, Эдвард более выгодной позиции все-таки был. Забавно. Ну хотя так. Посмотри, куда идут ВП. Ну, просто посмотри. Где их ждут все. Ну, сейчас Досе нужно что-то сделать на центре, чтобы вот эта вся связка СА растянулась. Ну, раньше времени начинает выходить ВП, на самом деле. Не, ну здесь Марик это... сейчас просто всех примет. Ну это ошибка. Что это ошибка сейчас ВП. Вообще происходит? Гвардиан, королевский зажим на центре. Что-то у парней внутри команды происходит. Я не понимаю, что сейчас было. Какие так, ну, парапеты без гранат на морозе? Ну, собственно, Гвардиан 1 в 3. Смотрим. Но он с непами то же самое. Как бы, там, половину раундов взял Гвардиан. Вот но то, сейчас, что я сейчас вижу, к сожалению, в эти последние два раунда, я не хочу видеть таких ВП на лан-финалах Киеве. Нет, ты подожди. Я хочу, чтобы команда играла. Еще даже половина первой половины не прошла, а ты уже делаешь выводы какие-то. Подожди. Ну, я говорю, что конкретно вот сейчас, в данный момент, то, что сейчас они показывают. Юрцепро команда опытная, она после таких ситуаций моральных, она должна уметь нейтрализировать свои эмоции прямо в игре. Ой, смотри, а Маркел в Зиге вышел. Забирают Марика. Кстати, сейчас Зиг, наверное, можно пройти. Так, ну это Кучер открывает Зигу. На рекламе стоит у нас Сеня, Старикс у нас на просвете. Старикс будет делать фраг. Нет, Фокс ставит... забирает Старикса, но... Старикс слышали. Так, трибал. Кучер, минус Сеня. Досим, минус этот, ну, слава богу, первый раунд. Ну, просто, опять же... Чему все говорили, про что все говорили, так и получается. Маркелов попадается в ВП, раунды берутся. Марика сбрили первым же. Сразу на самом деле так и сказал. Ну, да. Правда, Ваня тут еще выдал пистолетом раунде на 3 хедшота с P260. Ладно, смотрим дальше. Ну, Верс, ломать экономику как... надо. Сейчас надо брать еще один раунд, потом еще один. И тогда можно о чем-то беседовать. Так, ну ВП у нас играет выход центр, на самом деле, Б-центр. Посмотри, как быстро тяжко, просто 3 человека уже смотрят центр. 3 ну, человека. Очень Ой, ё-моё. Да. Так, ну ты смотри, Гвардиан не хочет сдаваться. Остается 1 в 3 снова, ну блин, у него ситуация, конечно, ахлая. На центре просто нельзя было так Эдварду одному отдаваться. Там от одной флешки ослепли все. Я не знаю, почему парни остановились на десятке, но так нельзя делать. После того, как дым лег, нужно первому сразу выпрыгивать. Смотрим позицию Сени, которую, конечно, Гвардиан не прочитает. Ну, Сеня, ты его слышал. Ой, Сеня слышал, да не там. Марик промахивается с ВП. Это... Что-то с чем-то еще раз промахивается с ВП. Ну, Марику дали две флешки. Ну что, 18 секунд, Гвардиан 1-2. Ну а ВП, ой, бомбу поставить он успеет, как бы, по-любому. Не факт. Но если бы начал ставить, то успел бы. Ну, кстати, правильно все дело, надо было забирать одного и ставить бомбу. 7-1, дефенс у Нави пока на пятерочку. Ну я бы не сказал, что это дефенс у Нави на пятерочку, я бы сказал, что это просто накол атака у ВП. Ну... Тут на самом деле и то, потому что ты посмотри, какие стяжки у украинцев. Моментальные просто.
Так, ну Сеня тут дестроя на Дрелла устраивает. Здесь экран с одним девайсом. Погнали. Восемь один. Ну это уже на самом деле звоночек. Больше 10 раундов Нави за КТ отдавать нельзя. Это не звоночек, это, мне кажется, просто сирена Титаника, ой, сирена, это, знаешь, это гудок Титаника такой. 3-2-2 пишет в чате. Ну да, за 3-2-2 можно панцить, попасть. А, говорят, что типа сливают игру, выпали, а ну да. Это может бабки поставили против себя, чё. Ну, посмотрите, что делает Марик. А, это эко. Ну тогда ладно. Решают сыграть в АП в следующем раунде с фоткой, возможно, даже с агрессивной. Так нет, а у них денег, посмотри, сколько. Так, погоди, а как так получилось? Видимо, у них же слив был. Они закупались броней, у них там было два дигла, калаш. Походу, дело с броней закупались. Непонятно, без АВП в атаке ВП пока не очень. Да нет, вообще что-то как-то... Ну ладно, я болею за ребят всем душой, всей душой и сердцем, но... Ну вчера... У меня такое ощущение, что за них сели играть Скирчнет, простите. Не обижаю, Блейдна. Кучер тимкил еще делает. Да, у Мелец теперь совсем денег не остается. Хотя там было $100. Лучше пишет, я стонать. Утомил, ну это не стоны, это констатация факта. Ну посмотрим, выход на зигзаг, может что-то получится. 3 в 4 сейчас ситуация после размена, если будут открывающие минуса, вот, например, Ваня, на надо забирать на медле сейчас. Ну Ваня в нечитаемой позиции стоит. И Ваня все слышит, то что поднялся на ящик, на петушок, как это говорят. Игрок ОП, ну... Ой, хорошо, Гвардиан забирает веса. Второй минус нужен, 3, Марика нужно забирать, отстреливать. Забирать пленти игрока, забирают Марика, вот с потери, но забирают 2 в 2. 2 в 2, да, и у нас Сережа уже игрок в спине. Да, Сережа не успел посмотреть. Про 5 Гвардиан, Гвардиан 2. Гвардиан с ВП. Гвардиан мажет первый выстрел, это очень опасно, но делать второй выстрел. Гвардиан! Ну, вот есть человек все-таки. Ну это просто стальные яйца. Вань, ты куда-то пропал, у тебя микрофон будет сейчас. Тоди. Раз, Тоди так закричал, что у него выключился микрофон. В общем, перезвони мне. Давай, давай сделаем так. Нет, ну, конечно, 9-1 это. И 9-2 разница, большая разница, ровно в два раза. Алло. Все равно ты очень тихий, у тебя микрофон просто нереально тихо работает. Сейчас, может, конечно, у меня что-то случилось. Вот так лучше? Ну, чуть-чуть получше, но не намного. Нет, у меня все на максимум. Ну, я не знаю, что произошло. Во, сейчас нормально, кстати. Более-менее. Ну, хорошо. Фокс там да. Тем временем забирает у нас одного, Дося забирает второго. Наконец-то открывающие минусы пошли. Отдаю ТАС снова. Сейчас на ДЛ должны отстреливать Маркелова. 4 в 3. Обязательно с двух сторон. Ой, Гвардиан, посмотри, что он хочет сделать. Так, Гвардиан. Ну, Гвардиан просто, конечно... Уверен в себе, получит Владислав. Такой парень просто, да? Чё я тут это всех? Ну, еще и Фокса взрываю, 2 в 2. Так, ну 2 в 2, и у нас Старикс на самом деле на террорской респе. Если Ваня сейчас один играет, Ваня уже чекнули. Ух, Дося, хорошо. Ну и Старикс будет сейвить. Господи, чекать. Да, третий раунд. Берут ВП. Третий раунд к ряду, по-моему, да? Нет, почему там нет? Было. Там было 6-1, по-моему. Или 7-1. Так, ну все-таки немножко все-таки раскрылись парни. Это уже радует, они вот сейчас будет очень полезно забрать еще 3 раунда. Полезно нужно, да, вот 9-6 делать, тогда будет нормально еще. Ну так,
хреново, но нормально. Десятка в Нави в кармане. Чай, да. Ух, Гвардиан пошивает. Зевса отбил, добивает его. Зевса. Так, Эдвард у нас в аркаде в нижней тёмке. У Вани такая роль свободного аркадника, который аркадит повсюду. КПД у него, конечно, запредельный. Да, 21 на 5 Ваня идет. Ну, что я могу сказать? Сережа Фокс ждет Ваню, в принципе, в аркаде. То ему, видимо, дали информацию, то, что в нижней тяжке может быть игрок. И Сережа Фокс сейчас будет, походу, открываться все-таки, да. Не, ну там просто лежал дым. Так, всегда, так, когда... так, 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 Эдвард должен зачекать, да, чекать, Эдвард. Там добивать, да, добивать. 3 хп у Дости, 4 хп у Кучера. Кучер 4 хп забирает у нас, Марик остается последний. Старик, Старикс на длине будет, скорее всего, сейвиться, не знаю, что. Старикс в CSGO клатчить не умеет играть, мне кажется. В обиду, Сережа. Я просто еще ни разу не видел. Попадает он в Кучера в прыжке. Ну, есть инфа, Б чисто, надо идти на Б, естественно. Ну и Досян сейчас будет отрезать. Сережа? Так, ну Дося 3 хп, это чисто на информацию, на самом деле. Только если сразу первым выстрелом в голову. Есть информация, где у нас Старикс. Зажимает, но вставляет 7 хп Стариксу. Да, и теперь Старикс будет играть в кошки-мышки, убегать. Битва индейцев. Ну, Старикс АВП засейвит и будет отлично, потому что денег-то, кстати, денег у Нави нет. У Эдварда есть на один дроп. У Старикса на дроп не будет. Старикс... Фомас может дропнуть. Старикс, на самом деле, хорошо бы выбить это АВП. Ну да, конечно, не то что хорошо, это необходимо. Если они выбивают АВП, то это эко. Так, Дося, смотрим Дося. Да, всё, хорошо. Дося хорошо забирает. Старикса должно быть эко. Да, это эко, только у Эдварда 7700. Ну, может сделать 2 кольта, 3 фамаса, кстати, они это и делают. Фамас будут, да. Да, 2 кольта, 3 фамаса. Ну, сейчас очень важный раунд. Без АВП играет Нави. Сейчас очень важный открывающий минус. Смотри, они Б-план вообще отдают. Вот только сейчас занимают Б Нави. Ну, я думаю, там какие-то расклады были. Очень интересный, на самом деле, деф от украинской команды. Такой необычный. Так, ну и ВП будет делать свой, на самом деле, фирменный холд. Кучер под Б играет. Бомбу забыли на респе, правда. Сейчас Гвардиан заберет. Ну, хотя Кучер стягивается с Б. Эдвард, посмотри, в какой позиции Эдвард стоит. А где Марик Ангела забрал, мне интересно. На зиге, по-моему. У меня автодиректор упорно показывает Досю. Так, ну Эдварда должны сейчас заметить. Зачекать должны. Очень интересная, на самом деле, ситуация после первого минуса. Старик сейчас будет делать фраг. Тут точно как бы минус один должно идти. Смело. Старик не попал. Старик сложает. Старик сложает. Ну, сейчас может исправиться. Фокс. Да, плюс один. Первый минус. Хорошо, хорошо. Забирает Старикса. Остается на ДЛ игрок. И у нас на гусе закрытый сидит еще один игрок. Его нужно забирать. Обязательно. Ой-ой-ой-ой. Как сейчас грамотно просто перекрестным огнем сыграли? Ну, знаешь... По-моему, там просто не было инфы про гуся. Вот просто человек стрелялся с гусем и не дал инфу, что там есть человек. А все остальные стояли к нему спиной и стрелялись с просветом. А Даня-то, по-моему, при приеме зигзага он не вылезал. Да, да, он даже не палился. То есть его первый заметил, стрелялся с ним, я не знаю, кто там стрелялся. Так нет, 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 просто при атаке. Даня, по-моему, вообще не выходил. Ну, в общем, я нарисую. Вот первый человек, который здесь оказался, он стрелялся с этим человеком. А двое стрелялись с просветом. И инфы, что здесь человек, не было. Я не знаю почему. Ну, бывает. И смотри, у нас снова Зига. Снова Зига. Кучер должен сейчас забирать. Оставляет красный. 2 хп у Марика, 6 хп у Зевса. Так, ну Марика все, забирает. Марик. Раунд, на самом деле, сейчас должен остаться за ВП, потому что
боятся сейчас на дефать с респы. Ой-ой-ой. Ну одного сожгли. Актуально. Так, Эдвард. Смотрим за этот, еще одну голову дает. Но комикс на самом да, деле. Да, я даже не комментирую. Мне ну, конечно, скажут, что я там ною, еще что-то делаю. Конечно, 11 раундов это не 14 раундов, как могло бы показаться в начале. Но все-таки это много. Могли 9-6 играть спокойно. Мне на самом деле очень хочется узнать какие-то слова от игроков, что это вообще сегодня было. Я думаю, никакие слова сейчас от них не нужны, и так видно, что команда. У команды что-то происходит именно внутри. То есть идет недопонимание. То ли ангел встал не с той ноги, то ли там кто-то рейджит. Непонятно. Не, ну хрен с ними, с финалами Старладера. Хотя, конечно, тоже... Нет, не хрен с ними, эту игру надо забирать. Тоже очень это, но у ребят через 3 дня ЕМС в Германии. Причин, на самом деле, может быть масса внутри команды. Там... Ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Ну да, голы ХФ, как говорится, я... Пистолет, но нужно ВП брать. Надеюсь, что ВП хоть одни пистолеты сегодня возьмут. Пока что только одни прошли. Ну они с непами еще сыграли игру. Так, Зигу нужно забирать. Ангел должен разыгрывать с нижней, очень опасно Кирилл на самом деле играет. Немного накалил он. Ой, Дося помогает, хорошо. Остается человек в десятке. Не успел он выйти на размен. И первый минус есть. Атаки уже сложнее. У нас в верхней этажке есть Сеня, который уже перетягивается в центр. Сейчас будет строиться атака под А. ДЛ нужно забирать на размен. Дося выходит хорошо. 3-4. И да, и по ходу Зига будет втроем выбрасываться украинцы. Хорошая флешка Марика Зевса. Просто полностью вступила. Только сейчас позрели. Так, а Дося-то сейчас... Нет, не умер. Смотри, стратежно отошел, Миша. Миша нужно. Надо жить сейчас. Гвардиан, ну добей же ты второго-то! Так, ну, хорошо, помогает. Выпрыгивает так, что у него не выпадает. Да, Гвардиан в спину ему стрелял, не знаю, полностью обойму. Ну, Гвардиан просто. 24 вот хп или 34 хп. Вот так вот по кнопке просто рукой. Бил, наверное. Пуля все. Мне кажется, он просто мышку перевернул и бил уже. Обнул. Так, пистолет за ВП это хорошо. Но сейчас нужно эко не отдать. Потому что глоки. Капитан Ваня просто. Ну ты знаешь, капитан-то капитан, но учитывая то, что мы видели в первой половине игры, саться следует каждого раунда. Так, Зевс знает то, что он Зигу занимает, Дос заходит в спину, ну все, я начал стир от Доси теперь. Не, здесь нужен какой-то вообще нереальный камбэк, мы конечно верим, ребят, что они способны на это. Ну, вспомним все дружно, что Virtus.pro выдали в игре против ESC на DreamHack. Надеемся, что здесь будет еще даже похлеще, и украинцы не возьмут ни одного урона. Кстати, по-моему, на Дасте втором, если не ошибаюсь. Нет, на Мираже. Да, на Мираже, точно. Но, кстати, тоже за слабую сторону они там... Ой, за сильную сторону они там насливались. Да, но... Вот, хорошо. Что это такое? Это очень хорошо, это закупка одна, кстати, птичка. Так, ну это ДТС-овская аркада в нижнем чем. А Тангелос пишет. Смотри, 4 минуса. И причем у Нави-то были девайсы у некоторых. Как это у некоторых? У всех. По-моему, там один пистолет был. У Марика. А, ну может быть вот один был, да. Соглашусь. Хотя смотри, нет, у всех, походу, девайсы были, потому что у Марика осталось $300. Если бы он фармился на ВП, то у него бы было побольше денег. И это очень хорошо. Гвардиан слышит то, что на пляже... Сейчас Доси должен забирать просто легко. Досю не читает, Эдвард. 7-11.
И денег нет. И у Нави, да. У Нави эко. Сейчас стоит опасаться быстрого выхода Б, на самом деле, от Нави с Глоками. Похоже, что... Судя потому, что они все смотрят в сторону Б, вот так сейчас стрелочки. Ну ты посмотри, первый рез есть у Эдварда. Четыре игрока разыгрывают СТшки, но нет, будут делать центр. Я сейчас как сужу как прокрушный эксперт. Первый ряд, значит, Б. Да. Вот, смотрите, моделька посмотрела в сторону Б. Значит, они выведут на Б. Ну, центр сейчас вываливаться будет. Най, Кучер делает два минуса, забирает его Зевс. Ой-ой-ой, Гвардиан сейчас затыкают, скорее всего. Мамин, ну ты посмотри, Гвардиан. Хватит в спину, две башки собирает. Третью, давай. Ну, ему надо просто выжить. Релоуд. Это жесткий. Нож убирает. И не дают. Дают поставить бомбу? Ой, Словак, нет, не дал поставить бомбу. Словак действительно жесткий. 1-8. Кстати, он так нормально денег сейчас нафармил, полтора куска срезал. Ну да. 8-11 у Марика ОП. Гвардин сейчас опасно очень пропрыгивал, на самом деле. Один фраг с ножа, это 15 фрагов с ВП, так, на секундочку. Кстати, да, ой-ой-ой, Фокс делает открывающий минус. Ой, как хорошо. Ты посмотри, стоит в той же позиции, что и Маркелов на зиге. Да, но Фокс, кстати, любит тут стоять, он так, знаешь, он стреляет и спрыгивает тут же вниз. Ну это, видимо, что-то вроде дефолта уже на инфу на зигу, на один выстрел. Да, попал, не попал тут, как бы. Так, а у нас два ОВП, кстати, у Virtus.pro. Ну и начались у нас шифты после размена. Перетягиваются на самом деле под Б потихоньку, Нави. На Б у нас расклады какие? Кучер в довольно агрессивной, на самом деле, позиции, готовый под флешку ворваться на центр стоит. Гвардиан Б чекает с очка, тоже на отход. То есть, в принципе, Б при заходе ВП будут отдавать. Ангел дает инфу, сдаёт то, что здесь никого нет, и уже пошла... Гвардиан, очень важный момент, на самом деле. Пошла атака на Б. Сейчас попадает хорошо. Марик по Гвардиану не попал в нужный момент. Но, пошли размены. 3-2. Сене нужно закрывать. Сене услышали то, что он перебежал? Ой-ой-ой, Фокс, как просто вышел, ничего не боясь. Кстати, не попал. Очень зря, на самом деле. Ты опять тихий стал. Дося! Минус Дося! Отлично! Втаскивает этот раунд. Ваня, чинись. Я не знаю, что делать, я ничего не трогаю даже. У тебя, по-моему, стоит автоматическая громкость в скайпе, и когда ты кричишь громко, он тебе громкость понижает. Проверь это. Ладно, тогда не буду кричать. Во, ты потихоньку громче становишься. Ладно. Во, теперь нормально. Да, Дося исправил ошибку брата. Фокс как-то излишне просто уверенно в себе вышел с очка, просто выпрыгнул в плент. Даже Нави не ожидали, что он так сделает. Так, ну и на самом деле сейчас волевой закуп от Нави в 5 калашей. Раскидка-то, правда, есть у многих, но если этот раунд Нави проигрывает, то у них денег не будет. Кроме Зевса. Так, Фоксу... Ну, Зевс, кстати, тоже надо. Фоксу дали изолирующий дым. Ой-ой-ой, куча раз с Фоксом накалили. Это зигзаг будет тут, гадал-то не ходи. А там просто, посмотри на апленте, только Фокс и больше никого вообще. Нет, смотри, перетягивается. И неужели под Б пойдут? Подожди, они ждут открывающего минуса на самом деле на центре. Ребятам просто надо не выходить, все будет хорошо. Но они так и делают. Кучу с Дося встали. Очень сейвово. Да, Марик забирает ангела. Так, центр главное сейчас не отдать. Сеня падает от Досяна. Кучер минус один. К сожалению, только минус один. 3-4. Ты опять стал тихий. То, что...
все, минус. Нет, все. Тоди у нас тихий. Гвардиан. Гвардиан, что ты делаешь? Гвардиан один в три. Досян, вернись. Ой, Досян, один. Тоди, ты тихий. Сейчас стану нормальный. Во-во-во, потихоньку становишься. Меня лихорадит. Да выключи ты автоматическую подстройку громкости. Это 5 секунд. Гвардиан, хорош, минус Марик. Вот этого, вот этого мы хотели. 12-9. Ну что, будет камбэк? Так, ты куда-то пропал вообще, тебя там еле-еле где-то слышно. Раз, два, три. Вот так. Может даже чуть потише сделать. Ну-ка скажи что-нибудь. Раз, два, три. Вот, отлично, все. Хорош. Ровно, четко, ну, дальше все знаете. Весело, задорно. Да. Выход на зигзаг. Фомасы. Кладется дым, очень, кстати, своевременный дым. Да, тормозят атаку. Успевает ангел перетянуться. Фокс сидит на бочках. Фокс сделает 1-2 минуса максимум. И Фокс на самом деле должны читать в этой позиции, да! Фокс дает один, Сережа. И еще живой. И у него очень еще сотка. Очень странно, что его не убили. Очень странно. Фокс дает второе, минус Анга помогает с гуся, и тут уже просто Зевс ничего не сможет сделать. До свидания, Даня. До свидания, Даня, до свидания. Да, 12-10, деньги, деньги. Что с деньгами? Ну. Так, да хреново Марика... с деньгами на самом деле. Ну, закупится, да, наверное. Да причем у обоих команд хреново с деньгами. Слушай, а почему Зевса 1600 всего? Я думаю, что Зевс давал дроп. Да. Да. Потому что иначе, ну, Даня вроде никого не убивал из своих братьев. Так, ну сейчас будет вываливаться центр, похоже. Марик и Глок. Зато у Старикса дигл, я сегодня уже посмотрел на диглы исполнение нипов. Два выстрела, две головы. Так, Гвардиан дает инфу, то что центр выходит. Гвардиан, Гвардиан. Не бережешь ты своего ОП, Гвардиан? Да, парень, конечно, крайне агрессивен. Так, ну и под... АОП-то подберут. Да, подобрал кучер. Ну что, close game. Пошла close game. 12-11 счет. И уже становится интересно. Ну проснулись, ВП, да. Вначале что-то непонятно было. И, как я уже говорил, просто перестроились эмоционально на ребята. Слушай, ну у меня вот ощущение, вот что по DreamHack? Что здесь? У ВП нету новых каких-то наработок тактических в атаке. Их жестко, жестко встречает защита. Просто любая защита их очень жестко прессует. Они нипам проиграли в дефе просто вчистую. Фокс, смотри, как таймик попадает. Просто я откинул и ушел, на него даже никто не успел выйти. Ты извинишь, ой, Сережа, четвертого игрока, да. Давай. Ну и Дося слышит пятого. Ну да, я... Ваня? Ваня. Слушай, Ваня еще почти Дося все забрал. Так вот, но в защите ВП отыгрываются. Вспомни игру с поляками. Просто ВП на Мираже в атаке не могли ничего. Ну, под ВП готовится. Да, да, да. А нового как бы ничего команда еще пока не придумала. Ну, видимо, из-за того, что Гвардина надо было прививать, так сказать, да? Так, а ты посмотри, Гвардиан уже просто агрессивно настолько на центре играет. Он знает то, что денег у Нави нету, что ВП 100% не будет. А у Нави-то отдача. У Нави-то отдача. И игра-то потихоньку меняет направление. Ну, что пока она... стрелка... Тьфу-тьфу-тьфу. Стрелка, как его, компаса крутится на месте, как на полюсе. В общем, не знаю, куда пойти, в чью сторону, на ВП. Да, ну и ждут какой-то аркады, на самом деле, Нави сейчас. Вот Virtus.pro.
Старик стоит с ножом. Видимо, команда сейчас идет очень жесткое обсуждение на последующий девайсный раунд. Что же нужно делать с этими виртусами-то, которые проснулись? Да, вот единственное преимущество у Нави, у них есть вот эта возможность во второй половине перестроиться. У Virtus.pro уже такой возможности, к сожалению, не будет. То есть, если их сейчас начинают читать, если их оборону, так сказать, начинают ломать, то все. Времени на изменение рисунка игры у них уже, к сожалению, не будет. Нави, кстати, взяли за вторую половину. Ой-ой-ой. Один раунд только. Сейчас главное ангелу не дать девайс взять. Ангел даст девайс. А хотя нет, ты вот это зажим. Так, ну против Глока, ну блин, ангел. Ну патроны кончились, Эдвард. Ваня, ты взял девайс, по-моему, нет? Что это происходит вообще просто? Божественная стрельба. Заставьте меня это развидеть. Что-то из этой серии. Блин. Он там что, пистолет холостыми у него заряжен был. Такая внезапность. Так, ну что? Смотрим, Маркел без ОВП играет. Мелосторм, видимо, да, поняли то, что... СНГшные рачелы. Убираешь. Тихо. Ну это было забавно. Я думаю, каждый из них посмеялся, кроме Вани. Так, ладно, у нас тут на самом деле снова королевский холд. Для Нави, кстати, очень важно в этой игре победить, потому что команда в последнее время очень не радует стабильности своей болельщиков. Это Б, это усиление Б от ВП. Так, ну и у нас что? У нас кучер стоит слева. Кучер чекнут. Кучера не чекают! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Три минуса. Кучер успевает дать два минуса. Да, первый минус дал Гвардиан. Я думал, он всех троих просто забрал. Ну и просто... Потихоньку отлегает чуть-чуть. Вот, подожди. 14 раундов только. Как же ты любишь делать какие-то такие полувыводы? Блин, вот... Тоже, ты как гурки. Я не делал выводы, что ВП сольют игру. Я говорил, что вот то, что я вижу сейчас, мне вообще не нравится. Я не хочу видеть таких ВП. У нас просто игра развивается многосторонне. Не все в одну калитку. Ой, кучер сейчас очень странно, что кучер сейчас прикроет гвардию. Ну да. Но кучер просто менял пистолет на автомат. И в это время просто Сенина у него выпрыгивает. Я помню, давно в былые времена, когда я еще комментировал как-то раз вместе с Светаской, с Ланой Алексеевой, она говорила, что у них в команде это называется «Поймали в трамвае». Знаешь, когда ты гранаты в руке, и как будто за поручень в трамвае держишь. Да. Ну это, кстати, широко такое распространенное понятие. Так же, как и уснул в зуме. Что-то типа этого. Ну да, но нет, вот именно когда ты гранату достаешь, ты такой... У модельки именно движение такое, как будто ты за поручень держишься в транспорте вообще. Так, ну тут у нас размерно, кстати, в нули вообще от Нави. Смотри, где у нас ангел, да, 19 кп. Ему сейчас самое главное не топнуть. Хотя Ваня, конечно, если будет заходить в банку, обязательно чекнет. Без этого никак. Ну, здесь все равно, в любой ситуации ангел окажется, так сказать, в паритете, потому что, ну, он стоит... Вот, а вот это зря! Кирилл, не надо! Ну, зачем? Ну, 5-2. Кириллу надоело сидеть. Ну, не понимаю, да? Так, ну, все равно 10 секунд до раунда остается. Кирилл хотел выбить, на самом деле, девайса, чтобы денег у Нави, в принципе, не было. Потому что ты посмотри, что сейчас экономика у украинцев творится. Да, вбивает Эдварда. Ну, старик, ну и что? Три матчпоинта. Три матчпоинта, закупка, ну такая бомжа, закупочка, мягко говоря. Если ВП выигрывает один из трех последующих раундов, ну если они выиграют первого, то двух остальных не будет, конечно. Вот, то они, собственно говоря, едут на финал в Киеве. Мы будем. О, вот это хайер, Дойс. Болеть, просто... все такое. Ну, смотри, на соточку хаешечка от Досяна влетела. Баю Нави просто отвратительный. На самом деле,
без раскидки вообще, кроме Старикса. Слушай, да, я, кстати, плевался, тут переплевался на атаку Virtus.pro, а у Na'Vi атаки нет вообще. Просто вот Na'Vi это... только один раунд взяли, вообще. У них вот раунд один, вот этот вот, типа сплита такого, непонятного, на Б. 5 через зигзаг и 5 через темку просто на Б. Все. Так, Зевс открывается у нас на длине, у нас занимается яма. Фокс его чекает. Фокс, кстати, не знает, вышел он из ямы или нет, он в это время отходил. Ох, ох. Хорошо, минус Старикс. Кучер, хорошо, минус Старикс. Эдвард только может натворить делов. Ой, Фокс мажет. Это такой человек, который даже в никудышной ситуации может разыграть ситуацию в свою пользу, по гвардину жмет. И ситуация-то на самом деле 1-2, остается ангел только единственный. Оставляет Зевса красного, сам тоже красный остается, и раунд-то на самом деле... Ой, слышал ангела. Ваня, ну и тут... Тут просто поиздевались, на самом деле. Над ангелом. На верушку просто забрали. Кстати, прикол. Нищая-то ВП, скорее всего, устроит. Нет, не факт. Na'Vi еще... Ну, Na'Vi играет с Непами. Да, вот как бы. Ну и что? Ну все, Na'Vi надо выигрывать, не помню. ВП обязательно нужно побеждать сейчас у Na'Vi, потому нет, что... Понятно. Тогда они точно выиграют. А если они сыграют ничью, то Na'Vi, Na'Vi выиграют у Непов, Na'Vi выиграют. Зачем просто нам лишние проблемы? Нужно забирать просто вот один из двух раундов. Тут я с тобой не могу не согласиться. Если... А вот согласятся ли с тобой игроки? Игроки, я думаю, тоже не согласятся. У них сейчас мотивация взять именно этот раунд. Смотрим. Ангел, не надо, Кирилл, пожалуйста. Ангел это не читает. Окей. По-моему, читали просто вот за милую душу просто. Нет, это просто Кириллу надо было оставаться в том углу. Кучер, хорошо, размен 4-4, Эдвард тут же в размене. Это прекрасно остается. Дос в аркаде на ДЛ. Дос сейчас будет давать информацию. Так, Гвардиан. Включаем Гвардиана, срочно. Нам нужен словак. Гвардиан спалился раньше времени, на самом деле. Ну смотри, уходят с бейс, пугались. Ковачи просто отходят. И он такой говорит, парни, по-моему, я вижу кучу в темке. По-моему, они ушли. Опа, опа, трехочковый Эдварду. И выходит Доси очень ошибочно, на самом деле. Гвардиан. Гвардиан дает качан просто. Гвардиан, минус 7. Фокс, минус 10, 16-13. ВП едут на финал. Well played. Virtus.pro. Короче, Guardian 16-13 выиграл Natus Vincere. Ну нет, я, конечно, утрирую, но Владислав Овощ просто MVP в очередной раз. Славка Овощ минус 4. Ну нет. На самом деле, во второй половине отыграли все хорошо, и Кучер, и Ангел, несмотря на вот эти все его непонятные аркады. Владислав Овощ пишет Мэлсторм в чате. Да, это мы же все его так называем. Я первый раз слышу. 13. Ну ты просто не прислушиваешься. Так, надо даст 2. ВП выиграли. 7. Так, ну тут гайды от Фуки пошли. Как играть в Counter-Strike GO? Дотер, он, видимо, да, дотер у нас в чате. Болеет за Virtus.pro. Ну что, позитивное просто окончание дня, на самом деле. У Na'Vi нет никакой мотивации сейчас играть с Нипами. Вообще! Ну да, собственно, играть-то уже бесполезно, по-моему. Ну, организаторов не надо обижать, игру все-таки надо провести. Ну, нет. В прошлом сезоне я точно помню, что игры, которые ничего не решали, просто ТП там давали кому-то. Ну, Старладеру, как я тоже помню, это не особо нравилось. Они теряли аудиенцию. Ну, хотя Na'Vi, НИП. Да. Na'Vi, НИП, ты что? Это же... Кто-то понял. Очень понравился мне камбэк от Virtus.pro. И очень не понравилась игра в начале. Так больше нельзя. Нипы такое не будут прощать. Это абсолютно точно. И LDLC, возможно, тоже. Кстати, Фуки прав. Может, на самом деле в этом вся соль была. То, что ребята расстроились после 16-6 против Нипов. Им нужно было как-то себя
привести в чувство. Так, ну что, у нас в чате, кстати, появляется Свитаска, который ты недавно вспоминал в аспекте трамвая. Да, прикольно, только вот Света вспомнил и... Да. И она появилась, собственно, по-моему, год не слышал, не видел. Смотрели эту игру все, на самом деле, и все руководство Virtus.pro, вот вы видите Антона Черепенникова, нашего лидера. Все очень-очень рады, что появился еще один крупный ивент европейский, который Virtus.pro будет играть в финале. Можно будет поболеть. И шансы есть. Если такую атаку не показывать. Да, надо подготовить офенс с дефенсом. Все в порядке, как мне показалось. Ладно, все, ребят, 12 часов ночи, пора банькать, еще всякие сеточки обновлять и прочее, прочее, прочее. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо Тодди за то, что к нам пришел, присоединился. Спасибо тебе, что стримил этот матч. Не смотрели мы слэма. Ну, зря, на самом деле, что тоже нормальный парень. Не-не-не, против него ничего не имею. Горяк, тип. Так, в общем, увидимся да. в эти выходные на EMS One. Кстати, Ваня, приходи, покомментируй.